Сегодня готовлю очень вкусное филе рыбы минтай под овощной шубкой. Мне понадобится филе минтая, у меня здесь 400 грамм, желательно, чтобы оно было без костей. Также репчатая луковица, 2 зубчика чеснока, морковь и один такой большой помидор. Рыбу подсаливаю, подсаливайте по вкусу. Добавляю по вкусу чеснок, я беру 2 зубчика. Чесноком будет меньше ощущаться запах рыбы. Попробуйте, невероятно вкусно. При термообработке чеснок потеряет такую свою особо жгучую составляющую. Будет пикантная чесночная нотка. И не будет так вот запах и рыбы минтай. Всю рыбу хорошо растираю с чесноком и солью. И оставляю замариноваться минут на 20. Далее нарезаю лук небольшим кубиком. Отправляю лук на сковородку обжариваться. Пока лук обжаривается, тру морковку. И большой красный помидор нарезаем ломтиками. Тушим до мягкости морковку. Морковка с луком готова. Начинаем собирать блюдо. На дно жаропрочной формы, форму маслом не смазываю, укладываю рыбу минтай. Можно так поплотней друг к другу. Выкладываю слоем лук с морковкой. Сверху по вкусу овощи можно немного подсолить. Припылили чуть-чуть сыром, прям совсем чуть-чуть. Не хотите, не делайте. И отправляю в духовку. Духовка у меня разогрета, 180 градусов, примерно где-то 25-30 минут. Кусочки минтая и филе тоненькие, готовятся очень быстро. Ну и вот такая красота получается. Пробуйте, готовьте. Блюдо получается нежирное, малокалорийное. Всем огромное спасибо, до свидания и пока.